Так, 24 августа 2021 год, Харьков, дубль второй, снял сейчас восход солнца и параллельно луну, закат луны, ну, сейчас отдельно луне уделим внимание, солнце уже снимать не могу, слишком высоко над горизонтом, ах, вы мои золотые, как вы хорошо пролетели. Ну, луне пока еще внимание уделим. 24 августа 2021 год. С 30-летием восстановления независимости поздравляю Украину и украинцев. Ну, наверное, сейчас уменьшаю выдержку. Оставлю линию терминатора, тем более у нас тут вот кратер Платон оказался справа. Редкий случай. Я, честно говоря, даже не помню, когда его так видел. Все время он слева. Может, перед рассветом я мало снимаю. Ну да, обычно в такое время я уже на работе. Аристарх вообще... На темечке луны, оказывается. Сейчас он должен влезть в кадр. К сожалению, уже за облачка заходит луна. Но я думаю, даже в таком виде съемки стоят того, чтобы выпереться за окружную Харькова, тем более в пешей доступности живого Терес Хатарх. Уже тут все знакомы. Аристарх, Платон. Хотела поснимать Бетельгейзе сегодня с утречка, но я вчера так укатался на съемках. Флага. Вчера в Украине был день флага. Помимо того, что в Харькове был день города, поздравляю всех с граждан земляком. 367 лет Харькову. Подняли флаг на 102-метровый, оказывается, даже не 101-метровый, 102-метровый флагшток. Высочайший. В Европе зрелище шикарное. А потом еще и съемки открывшегося, пока только частично, зоопарка харьковского, открытие которого я лично ждал, но не знаю, несколько лет точно я хотел пойти и посмотреть, как там теперь все выглядит. Выглядит там все шикарно. Опять же, сравнивая с тем, как было. Пишут, конечно. Ладно, что я не в ту тему ударился. Давай на луне сосредоточимся. Вон. Смотри, какая красотень. Сейчас уменьшу выдержку. Да, линия терминатора, пожалуй, самая интересная для... Ух ты! Глянь, у нас тут какая мурмурация, я уже знаю слово. Перемещение огромных количеств птиц. Молодцы вообще. Добавили колорита. Ох ты! Просто шикарно. А я, кстати,
во время съемок, думаю, что такое у меня двигатель какой-то за спиной шумит, а это у меня крыльями машет пташки. Ох, как бы это все сейчас на мне не оказалось и на камере. Так, мы пошли на Аристарх. Никак у меня не получаются короткие дубли. Лаконичность — это не мое. Ох, 60 миллионов лет кратера Аристарх. Совсем молоденький. Хорошо. 24 августа 2021 год, Харьков, 5:55 по Киеву, в Харькове. Еще раз с Днем Независимости всех украинцев.